Валентина Лапичева больше 40 лет помогала юным саровчанам открывать новый удивительный мир знаний. За эти годы профессия учителя начальных классов стала для нее больше, чем просто работой. Своих учеников она ласково называет ангелочками и вспоминает о них всякий раз, как смотрит на свою коллекцию ангелов, которую собирала около 20 лет. 400 экспонатов из глины, фарфора, гипса, дерева, воска и стекла помогают пополнять коллекцию родные, знакомые и, конечно, бывшие ученики. С самыми первыми ангелочками связана очень трогательная история. У нас очень долго не было внуков. Мы ждали, но никак не получалось, чтобы стали бабушкой и дедушкой. И поэтому, когда я купила вот этих ангелочков, я надежду в них вселила, что у нас появятся внуки. И действительно, появилось 3 внука. Вот, а сейчас уже недавно 4-й появился. Я тоже своим ученикам дарю ангелочков. И всегда им говорю, пускай чудесный добрый ангел от всех тревог тебя хранит. И каждый день твоей удачи и счастья огонек горит. Коллекция шкатулок начала формироваться понемногу сама, вспоминает Ольга Шевцова. Ее дочь любила хранить дорогие сердцу предметы в шкатулке. Когда та стала мала, купили еще одну. Затем привозили шкатулочки из путешествий вместо магнитов. Так постепенно коллекция росла и ширилась. И сегодня она украшает один из стендов Музея народной игрушки на выставке «История в каждом предмете». Самое, наверное, удивительное, вот мне нравится эта шкатулочка из Переославля-Залесского. Во-первых, она не просто шкатулочка такая волшебная, во-вторых, она вот открывается, сделана очень качественно, просто как настоящий утюжок, которым кажется, что если угли положить, то можно и пользоваться. Вот. Ну и остальные шкатулки тоже кое с чем связаны, вплоть до того, что моей дочке, вот ежику подарили, это тоже шкатулка, которую друзья делали специально. Выставку тематических коллекций, собранных учителями и ветеранами сферы образования, приурочили к году педагога и наставника. В экспозиции представлена 21 коллекция саровских педагогов. Коллекция миниатюрных книг начала собираться, когда еще у нас в городе было общество книголюбов, и многие люди у нас там увлекались, наши любители. И вот возникла идея собрать такую коллекцию. Коллекция собиралась несколько лет, потому что она выпускалась специальными выпусками. Она включает в себя отечественную литературу и зарубежную. Я приглашаю всех в наш музей. Здесь очень интересные выставки, очень многое того, что вы увидите и узнаете, вот, пополните свои знания, будете восхищаться тем, что вы увидите. Добро пожаловать на нашу коллекцию. Посетить выставку можно в часы работы музея. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.